Данное видео получило оценку 9 петросянов из 10. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Растишка. Давайте посмотрим на упаковку растишки. Вы тоже это заметили? Да, вы правы. Это половина параллелограмма. Если из слова параллелограмм убрать первые 9 букв и последняя одна буква, получится грамм. Что может весить 1 грамм? Вы снова правы. Циклопентадиенилтрикарбонилгидрид вольфрам. Давайте посмотрим внимательно на циклопентадиенилтрикарбонилгидрид вольфрам. Вам не кажется это странным? В нем есть много разных линий. Где еще есть много разных линий? Правильно. На этом дереве. Деревья. Для чего нужны деревья? Все верно. Чтобы из них делать доски. В слове доски 5 букв. Если из слова растишку убрать 3 буквы, останутся тоже 5 букв. Совпадение ли? Я так не думаю. 5 плюс 5 будет 10. 10 в базе 69 будет 69. Давайте погуглим 69. Уравнение. Подождите. Вы тоже это заметили? В слове уравнение есть слово равнение. Как это связано с иллюминатами? Кажется, я знаю. Растишку производит в компании Данона. В символе Данон есть треугольник, то есть иллюминаты убили лидера Данон, тем самым нанесли ему ранение и захватили контроль над растишкой. Растишка — подтвержденный иллюминат.